Сейчас пойдем эти саммоны, собственно говоря, искать. Вот, собственно, это самый, пожалуй, один из самых проблемных боссов нашей игры. Собственно, поэтому нам нужна определенная тактика в борьбе с ним. Зато у нас есть теперь обалденное, просто я скажу вам, оружие под названием Мастер Мун, с которым мы будем ходить, я так полагаю, до конца игры. Почему? Потому что это самое мощное оружие, которое мы могли добыть для нашего Линкса. Всем привет, друзья, с вами Линкс. Продолжаем проходить Хроно Кросс, и это 20-я часть нашего прохождения. Что ж, если вы думали, что я забыл про Хроно Кросс, то это не так, я про него не забыл. Просто я уезжал отдыхать, и поэтому у меня не было возможности, собственно, записывать видосы. Вот, а сейчас я вернулся, так сказать, с новыми силами, и давайте, собственно, вспоминать, на чем мы с вами там закончили. А закончили мы с вами на квесте с Дарио. Так, сейчас я снаряжу буквально пару минут наших товарищей. Подожди, я сприки ничего, по-моему, не ставлю, если не ошибаюсь, да. Я поставлю, наверное, пару элементов только. У него все стоит, все, тогда погнали. Так, прежде чем продолжить квест с Дарио, собственно, мне кажется, нам стоит съездить на Марбл, закупиться там кое-чем полезным. Так, на Марбл. На Марбле сейчас должны вроде как продаваться ловушки полезные. Сейчас посмотрим. Вот этих вот гангста-братьев. Вот они, юникорн ультрановых. Так. Юникорн, наверное. Одну. Все по одной, короче, возьмем. Сейчас Мазершип. Блэк Хоул. Так, подожди, а я их, может, покупал уже? Надо посмотреть. Вдруг. Так, где они там у нас? Ред Вулф, Торнадо. Так. Карнивор. Что-то странно, у меня Ред Вулф, короче, есть. Остальных нету. Ладно. Тогда Фрог Принц у нас уже есть. Нет смысла брать Айсберг и Люч, это все есть добро. Так, Голем один. Голем, Соня. Мазершип купил, Блэк Хоул. Наверное, пока не нужен. Все. Что это, собственно говоря, за ловушки? Это ловушки на одни из самых сильных призывных, так сказать, элементов, которые называются саммоны. Сейчас пойдем эти саммоны, собственно говоря, искать. Только бы вспомнить, куда нам надо пойти. По-моему, нам надо на болото Гидры в этом мире сначала сходить. Если я ничего не путаю, саммоны у нас есть у некоторых соперников вот этих вот, так сказать, встречаются. Вот, например, у этих многоножек. Только надо перед этим сейчас экипировать непосредственно ловушку. Где она у нас? Вот он, голем. Начнем с голема. Собственно, чтобы эти наши друзья применили эту самую голема нашего. Так, а он один, да? Нам сначала нужно заполнить поле желтым цветом, в данном случае. И, так сказать, уйти в защиту. Тотальную. Чё вы такие хилые, ребят? Чё ты... Только пару раз ударил, он уже подыхает.
Так, ладно, давай голем ставим. И будем ждать, что он его сейчас, надеюсь, применит. Главное не убить его сейчас. Капсуль. О, я могу его полечить капсулой? Так, ну-ка, почему не могу? Жалко. Ну ладно, тогда Линкса хотя бы. Лечу, собственно говоря, для того, чтобы заполнить поле, опять же, желтым цветом. Все, и вот теперь уходим в Defend. Defend, Defend. Опа! Красава, попался голем наш. Вот так вот у нас мощно выглядит. Если бы тут не было ловушки, мне кажется, этот голем нас бы раскатал просто за один ход. А так он, собственно, благополучно попался в нашу копилочку. Главное, чтобы он его еще раз не применил сейчас. Ненароком. Готов. Отлично. Желтый саммон есть. Да, саммоны, кстати, мы можем экипировать только желтым персонажем. Ну, в плане вот голем мы желтому только можем персонажу поставить. Например, Фрог Принц синий. Соответственно, синим персонажем, ну и так далее. Так, теперь. По-моему, теперь нам надо вот в эту долину сходить. Да, к вот этим кошкам, собственно. Я забыл экипировать ловушку саму. Да подожди ты, что ты сразу это самое? Атакуешь что? Так, локейт. Где у нас этот мазершип нам нужен сейчас? Вот он. Так, и надо, собственно говоря, дождаться, что этих кошек у нас будет две в бою. Без других монстров, чтобы они были. Так. О, отлично. И вот сейчас можно рассчитывать, что они применят, собственно говоря, своего этого мазершип этот. Да, ну пусть они пока заливают поле потихоньку. Не слабо, кстати, бьют по сотке. Ой-ой-ой-ой, чё так это? Чё так жестко? Сприк чуть не убили, смотри. Так, гравитона. А у меня нет черных лечилок ни у кого, интересно. Нострум. Где Нострум, ребята? Я бы сприк сейчас полечил. Может, у Гробуса есть? Посмотрим. О, Нострум, отлично. Так, и срочно ловушку, собственно говоря, ставим. Чтоб они нас не прихлопнули. Все, дефенд, дефенд. Гипнозис. Зачем ты гипнозис какой-то применяешь, а? Объясни. И
И чё это они сделали, интересно? Слепоту, что ли, навели или чё? Так. Ну, пока тыкаем, короче. Только надо совсем их не затыкать. Опять Shadow. Да, они, кстати, неохотно применяют этот свой саммон. Ну, в отличие от многоножек. 27. Хорош. Грубус. Так, еще раз Defend. Да что ж такое, опять Shadow свой применяют. Сейчас могут Сприк вообще убить. Вот говнюки, сори, не хотят, короче, применять. Есть, попался. Отличненько. Все, теперь, собственно говоря, можем их добивать потихоньку. А Мазершип мы можем, собственно говоря, сейчас Линксу нашему снарядить, мне кажется. Линксу снарядить. Так, Allocate. Жди, Линксу или вот этому вот? Вопрос. А может даже и Гробусу я его поставлю. На 7 уровень оно только ставится. Вот. Так, теперь нам надо сейчас переместиться в другой мир. Другой мир быстренько. Остальных саммонов, по-моему, здесь надо ловить, в этом мире. Так, ну где? Вот он, Соня. Соню надо, по-моему, ловить в тенистом лесу. Тенистом лесу, она экипирована у вот этой вот лампочки. Причем эта лампочка должна быть одна, по-моему, в бою, если не ошибся. Если я не ошибаюсь. Вот она, собственно говоря, одна и есть. Правда, ее можно замочить ненароком. А она нам даже урона не наносит, ты понимаешь? Настолько слабенькая. Если у меня есть лечилка какая-нибудь зеленая, мне кажется, ее даже подлечить можно будет сейчас. Вот так вот. Ну, чтобы совсем ее, собственно говоря, не травмировать. Так, сейчас я, наверное, сделаю ловушку, пока поставлю. И, наверное, уйду в дефенд. Временно. О, он тоже какую-то ловушку поставил. Ничего себе. Интересно. Ты тоже так умеешь, да, друг? Так, хилим его еще раз.
Все, поле мы заполнили, теперь тотальный дефенд. Бушвейкер. Опять ноль. Вот и Соня. Собственной персоной. До свидания. Премного благодарен, как говорится. Ну и фрифолом, наверное, добиваем нашу лампочку, чтобы долго с ней не возиться. Отлично. Так, осталось два саммона. Белый и красный. Так. Интересно, я сприк могу поставить Соню сейчас? Могу, кстати, на пятый и на шестой даже поставить. А оно мне надо, интересно? Пока не уверен, что ее надо ставить именно сприк. Пусть пока побудет в этой, в копилке нашей. Так, здесь мы ловим вот этих вот птиц сейчас. Здесь мы ловим птиц. И на птиц я сейчас поставлю единорога. Где он у нас? А вот он, юникорн. Птицы должны встречаться по две штуки без других монстров. Так, одна, сбегаем тогда. Еще разочек. Опять одна, да что ж такое? Что ж ты будешь делать-то? Тоже, кстати, ловушку какую-то ставит на нас. О, две! Отлично! Слушай, а у меня есть какие-нибудь белые элементы-то вообще? Интересно. Чем поле-то заливать? Я помню, у меня есть метеор шауэр. У этого только ревайвы, короче, белые. У сприк магнифай есть. Еще одна ловуха какая-то. Чего вы там, ребят, с нас хотите поймать, мне интересно? А, вот, даже Вик Майнд у меня есть. Сквар. Ты что, чем-то недовольна? Они будут драться-то сегодня, они только ловушки ставить. Не, конечно, не против. Если у вас такая тактика. А, фотон бим я, наверное, зря сделал. У Линкса-то... Линкс еще до 7 уровня должен дойти. Так сказать. Так, пэк. Использует. Все, она залила, короче, поле, и мне сейчас нужно незамедлительно ставить ловушку. Пока она не применила что-нибудь похлеще.
Хотя ее саммон — это даже не атакующий элемент, а просто лечилка, но все равно вдруг у нее что-нибудь есть посерьезней. Чего вы, ребята, это взбесились-то? Давай, применяй саммон свой. Отлично. Вот так вот выглядит наш единорожек. Красивенько довольно. Так, Hair Cutter может еще применить. Красивый весьма элемент тоже. Смотри, это живучая. Птичка. Снесла яичко. Все, и остался нам с вами красный саммон. На гору Пир сейчас пойдем с вами. За ним. Опять эта птица там бегает. Я ж тебя выпилил уже. На горе Пир, собственно, будем ловить сама нас собаки. Так, вот он, Red Wolf. Аж три у меня их ловушки этих, ничего себе. Откуда-то нежданно. Вот она, собака эта. По-моему, она должна быть одна, если я не ошибаюсь. Так, ну без быка-то это точно. Бык тут не в тему. Отлично. Погнали. По нашей знакомой схеме. Ну чё ты это самое, такая хилая это. Пару раз ударил, уже все. На последнем издыхании. Ну-ка, на тебе таблетку, короче. Подожди, я и таблетку не могу дать тоже. Что ж такое-то? Я же ее могу сейчас убить ненароком. Смотри, пока не убил. Все, в дефенд. Срочно. Срочно в дефенд. О, сразу применил, ничего себе. А ты хороша. Слушай, а волк, ты красивый. Вот для 99-го года вот этот графон, это вообще что-то с чем-то. Да, здесь они в ремастере, конечно, чуть-чуть подшлифовали, но не сильно, не сильно. Для тех времен эта графика вообще просто...
Все, саммоны мы с вами собрали. Можем отсюда благополучно уходить и продолжать квест с Дариус нашим. Сейчас я буду пока, наверное, устанавливать элементы в сетки нашим персонажам. Это будет, наверное, несколько долго, поэтому, если кто хочет, сразу листайте по тайм-коду на Дарио. А я сейчас пока буду наших товарищей экипировать. Так. Нимбл, Делюч. Сразу сейчас надо будет убирать все белые и черные элементы. Оставлять синие, зеленые, желтые, красные. Вот это вот все. Вот это все нам пригодится. Так. Remove all. С нашего линкса все снимаем и... Погнали, собственно. Bushwhacker Aero Saucer. Три штучки пусть будет. Так, потом Raymima Electro Jolt. Пусть будет. Inferno Fire Pillar, Aqua Ball, Bushbuster. А желтые, кстати, тоже нежелательно использовать. Так, а что там еще-то есть? Gravity Blow, это все не то. Deluge пригодится. Shower, Turn Green, Purify, Turn Blue, Air Blaster, мой любимый, один из любимых. Air Ball, Photon Beam, Revive, Imbecile, Aqua Beam. Ну, первую сетку тоже чем-нибудь затыкаем, наверное. Вот так вот. Сенс Абхивал. Так. Где этот еще? Bushwhacker, наверное. Поставим. А, и ревайв хотя бы один, но нужен, мне кажется, на всякий случай. На всякий случай ревайв пригодится. Где он у нас? Вот он. Так, подожди, или попробовать саммона сделать какого-нибудь. Что у нас из саммонов-то есть? Вообще надо с командой определиться. Там должна быть Ридл в команде, это точно. Линкс и вот третий кто? Могу, конечно, оставить нашего киборга, но тогда саммон мы не применим никакой. Так, ну ладно, попробуем без саммонов обойтись. Киборга, конечно, сетка не очень подходящая, но ладно. Моя самая любимая просто тактика драться с этим, с Дарио. Это просто что-то с чем-то, я хочу сказать.
Так, ну чё ещё? Чё у нас ещё-то есть интересное? Фрихол... Так... А, слушай, я могу этих саммонов снимать даже? Ничего себе, я думал, они как эти, как техи. Вставляешь, и нельзя их доставать. Круто, круто. О, Earthquake. Даже такое есть. Хотя нежелательно желтые, по-моему, использовать. Ну ладно. Пусть будет. Инферно лучше поставлю вместо него, наверное. Так, ну и ревайв наш. Где? Вот он. Ревайв. Ревайв я, наверное, поставлю 2 нашему этому киборгу. Сейчас объясню, зачем. Меняем, собственно, сприк на ридл. Вообще можно было бы сприк в кого... Не-не-не, плохая идея сприк в кого-то превращать, нет. Не покатит, скорее всего. Вот и ридл, можно рискнуть. Рискнуть и поставить ей несколько белых элементов. Юникорн-лечилку точно не надо. Strong-minded. Где вот это вот? Negate Magic, вот. Понадобится стопудово. Negate Magic. Я его только ей могу поставить, понятно. Только белым. Так, Метеор Шауэр. Метеор Шауэр вряд ли. Кьюр Гравитонна. Так, ну по классике вот этот Магма Бёрст. Что там у нас? Айс Лэнс. Вот эти вот все. Вот это все. Бушбастеры. А белый у меня чё, вообще что, ничего такого классного нет? Ну, пусть будет, конечно, Метеор Шауэр тогда. Тогда, раз ничего такого нет у нас. Пиллер. Хиллоу. Все, у меня особо тут ничего и нет больше. Хиллоу. Ладно, рискну, поставлю ей на последний слот Photon Beam. Ва-банк просто, короче. Так, ну и те оставшиеся
заполню просто чем попало. Метеорит хил. Все, пойдет, короче. Полечим наших друзей сейчас. Экипируем что-нибудь наше Ридл заодно. Так, слушай, вот это Magic Defense, а, понятно. Так, Skygen Ring. Magic Power, вот стопудово ей нужно. Ну, вот так вот пусть будет. Все, я на всякий случай сохранюсь здесь сейчас. И пойдем смотреть, что же нас ждет в этом замечательном живописном месте. А здесь сидит и горюет Дарио. А, не может быть, ты Дарио? Конечно, ты он. Это же другой мир. Ты жив и здоров в этом мире. Ты говоришь, что знаешь, кто я такой? Что о чем-то не может быть. Вы знаете этого человека? Да и... Ясен пень знаю. Прошло 4 года с тех пор, как этот мужчина... что-то потерял память, что ли? Каждый день он был в... битве, в борьбе между жизнью и смертью, но он сделал это и выжил. Но он ничего не помнит о своем прошлом. Так, Дарио, ты не помнишь меня? Может, я Ридл из другого мира, но каждый день... И ты все же не помнишь меня? Ридл — это имя, знакомое моему сердцу. У меня чувство, что я потерял кого-то дорогого. Простите, но я не могу вспомнить. А если бы что-то могло освежить твою память? Да, я знаю, посмотри на это. Этот кулон... подарок твоей матери. И это вещь, которую ты дал мне когда-то. Попытайся вспомнить. Мы были вместе, когда мы были маленькими. И мы сможем продолжить. Ридл, беги. А, что-то... что-то происходит с нашим Дарио. Это плохо, сказал Радиус. Нет, не трогай его. Что за знакомый Масамун явился нам? Дарио, нет, не трогай этот меч. Ридл, мой меч что-то там не успел прочитать. Я знал это, Масамун никогда не исчезал из ворот смерти. Он просто вернулся к своему истинному владельцу. Подожди минуту, тогда... значит, Дарио все еще... Что случилось на самом деле? Я думал, Дарио погиб на острове проклятых. На самом деле... Что же случилось на самом деле? Это Масамун? Дарио, что ты собираешься делать? Умри. А, не говори мне, что этот меч... потасовка случилась между пацанами. Стоп, Дарио, это я, Карш.
Убей меня, Карш, быстрее. Нет. Сделай, Карш, или я. Нет, Дарио, я не могу. Просто останови это, Дарио. Хе, идиот, я дал тебе шанс. Ты не можешь победить меня. Что за... Сначала я расправлюсь с тобой, а потом с Ридл. А вот такая история у нас случилась. Дарио, что же я наделал? Жалкий глупец. А, Дарио... Так, ты действительно расскажешь всем о том, что случилось? Или ты просто скажешь Ридл, что ты убил Дарио из-за того, что он был захвачен злым мечом? Не беспокойся, скажи, сделай, как я скажу, и все будет хорошо. Линкс-то тут каким боком? Короче, во всякой шняге замешан Линкс этот. Теперь я понимаю, Дарио был захвачен мечом Асамуна. Приготовьтесь. Я думаю, отсюда нет выхода. Я не могу драться с Дарио. Чтобы победить тьму, мы должны победить Масамун. Это единственный способ спасти Дарио. Встретиться с силой моего меча. Или что-то такое. Вот, собственно, это самый, пожалуй, один из самых проблемных боссов нашей игры. Собственно, поэтому нам нужна определенная тактика в борьбе с ним. Сейчас я попробую начать с Ридл, с ее белых элементов. Физуха у него, конечно, просто на высоте. Как и защита, собственно. Мы ему наносим он по 6, по 10. Вообще просто ни о чем. Так, Negate Magic я сейчас сделаю, наверное. На Ридл. И пусть она попробует его закидать чуть-чуть белыми элементами хотя бы. Ага, он сразу... На Гробуса? А чё это ты? С какого это перепуга ты на него решил наброситься? Объясни мне. На тебе по башке, короче. Понятно, это мимо. Это значит runaway, короче. Без одного бойца тут делать нечего точно. Да, с первого раза это, сразу говорю, может не получиться. Попытка номер 238. Так, Ридл тогда делает Negate Magic. На Линкс. Линкс делает Метеор Шауэр сейчас. Незамедлительно. А, не Метеор Шауэр, Фотон Бим. Ну что такое? Ну как так можно-то? Красный то больше наносит.
просто без комментариев. Ридл просто бесполезна здесь. Она даже попасть не может элементарно. Пока Магнифай, короче, надо закидывать его всяческими элементами. Пытаться. Ну, я другой тактики просто здесь не вижу в борьбе с ним. Обхило. Пожаловал. Ничего себе, чуть Линкса не убил. Не слабо обхивал. Отлично. Так, Линкса я больше не оживлю никем, если что. Так, нет, стоп. Гробус. Сейчас ходит. Сейчас Линкс. Так, не гейт мэджик, наверное, на Линкса. Фотон бим. Так, на Линкса мисс.
Надо бы попробовать им лечилок было бы запихать, наверное, на всякий случай. Хотя, есть ли толк в этом? Не знаю, честно говоря, не знаю. Ну, если его лупить по 20, по 30, это точно толку не принесет. О, мисс. Точно. На него же это еще действует. Негейт мэджик. О, стоп, у нее есть какая-то лечилка, кстати. Надо попробовать ее применить, наверное. Ну-ка, что это такое? Шейк айс, вот это вот. А, снейк айс. Все, понятно. Лечилка. Аквабол я что-то не хочу применять, мне кажется, не подействует особо на него. Почему-то мне так кажется. Хотя можно попробовать, конечно. Хм, 97, хотя не, сори, нормально. У Ридл прокатило. Гробуса, наверное, не прокатит. 27, да, слабовато. У меня скоро уже элементов не останется, короче, друзья. Товарищи. А у него хп что-то как-то не особо тут уменьшается. Давай, гробу снимаешь. Ай, пожадничал. Понятно, минус Ридл опять. Чё, пацаны, да вдвоём-то добьёте его, да? Слабо верится, конечно. У меня уже оживлялок-то нет, по-моему. Если только у Линкса, у Гробуса точно нет.
Ясненько. Не, вдвоем тут делать нечего точно. Просто шикарный бой. Просто лучший бой. Так, ну допустим, у него заканчивается этот запас здоровья. Что дальше? Дальше я одного линкса не вывезу, тут точно ничего. Хотя он восстанавливает стамину до 7, смотри. То есть полностью. У меня нет уже ничего. Слушай, пацан, отстань от меня. А может получится его затыкать-то все-таки? Чуть бы больше элементов, и можно было бы затыкать его точно. Давай, Линкс, не подводи. О, 120, хорош. Давай, чуть-чуть осталось, поднажми, дорогой. Пусть твои бравые бойцы пали, как говорится, но ты же тоже это самое... Стреляный воробей. Подстрели, наконец, этого воробья. Он меня достал уже. Ну, чуть-чуть бы больше элементов буквально. Тут уже все. Ice Lance, Aerosaucer — это ни о чем. Бушбашер последний, мне кажется, нормальный элемент. Хотя что, бомб тыкать пока не дотыкается, как говорится. У нас-то выбора нет особо. Поэтому всякие аэросоусеры сейчас, вот это вот все. Кстати, нехило снимает-то. Вот сейчас начало реально нормально наносить под конец боя. Электроджолт, если что, в последнюю очередь, потому что оно ухудшает попадание. Ну, в смысле, не электроджолт, а то, что он в ответку применит. Наконец-то, друзья! У, получилось! Наконец-то мы этого пестрокрылого дятла с вами задолбили. Задолбили. Звезду нам за него не дадут, не рассчитывайте на это. Это типа у нас не сюжетный чувак. Хм, похоже, Масамун обрел нового мастера. Что, Серж? Не паникуй, посмотри вокруг. Птицы. Птицы начали петь. Я больше не чувствую зла, исходящего от Масамуна. И больше нечего бояться. Мун. А, ты проснулся, Маса? Маса, да, я... Ну, посмотри вокруг. Я думаю, мы сделаем что-то ужасное. Хе-хе, никто об этом не узнает, если мы не расскажем. Эй, о чем это вы? Дорин. Эй, это Дорин. Ничего, мы ничего не помним. Хм, понятно. Что-то какая-то
Билиберда происходит у них. Все в порядке, как много веков прошло с тех пор, как три из нас были вместе. Окей, погнали. Куда же вы погнали? Серж, морская ласточка Сержа трансформировалась в Мастермун. Где я? Ты нас чуть не ушлепал сейчас здесь. Сейчас говоришь, где я? Риддл, это ты? Что случилось? Дарио. Хорошо, что твоя память вернулась. Память? Ах, да. Я был захвачен злобным Масамуном. Прости меня, Карш, за то, что я сделал с тобой. А, забудь об этом. Хотя твоя память вернулась, но не стоит забывать, что... о реальности, которая... не стоит забывать о реальности, типа... До свидания. Я желаю вам всего наилучшего. Так, ну опять лирика пошла. Опять в особняк вернулись. А, что случилось с этим местом, пока меня не было? Где генералы остальные? А, Риддл, ты сказал, что все эти люди пришли из другого мира. А тогда где Карш и все остальные в этом мире? А, к сожалению, никто из особняка Вайпера не вернулся из Мертвого моря. Почему генералы остальные пошли в такое опасное место? А, в поисках замерзшего пламени. Они были поглощены что-то типа Мертвым морем. Как бы иронично не было то, что я остался жив. Дарио, у тебя все еще есть я, Риддл. Мы можем быть из разных миров, но мы... но ты это ты, я это я. Да, и я все еще жив тоже. И никто не может отнять у меня жизнь. Зои и Марси здесь тоже. Мы можем позвать старого другуна. Благодарю вас, ребята. Я думаю, вы правы, я жив. И я сделаю все, что должен сделать. Я не знаю, сколько лет это займет, но я перестрою замок Вайпера. Особняк Вайпера. Это мой долг. Май. Возможно... Короче, время мне уйти с пенсии. Короче, наши ребята бравые... решили возобновлять замок Вайпер, особняк. Простите, 4 года изоляции берут свое. Типа, Дарио не в форме. Риддл получила Снейк Фэнкс. 7-й тех, что ли? Я помогу тебе тоже, и у меня есть идея. Хе-хе-хе. Фух, ребят, это было потно. Это было просто ужасно. Но зато... зато у нас есть теперь обалденное, просто я скажу вам, оружие под названием Мастер Мун, с которым мы будем ходить, я так полагаю, до конца игры. Почему? Потому что это самое мощное оружие, которое мы могли добыть для нашего... Линкса Сержа. Сейчас я его хочу просто на ком-нибудь буквально опробовать. Линкс красавчик просто. Дожил и единственный до конца битвы. Браво сражался с нашим этим Дарио. О, 196. У него, короче, все удары у этого... Мастермона критические.
и выглядит она очень внушительно. Это, пожалуй, самое красивое, самое мощное оружие, которое мы могли только с вами добыть. Все. Сейчас пойду, короче, менять команду. И продолжим уже с вами, наверное, сюжет. Идти по сюжету в следующей части. Будем смотреть, что нас там будет ожидать. А где лодка-то наша? Вон она. Вот. Встретимся в следующей серии, ребята. Благодарю вас, что досмотрели до этого момента. Ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то мысли по поводу моего прохождения. И всем пока, до новых встреч.